сегодня. Тема нашей сегодняшней программы – чудом выжить и попасть в ад. Авария случилась 13-го в пятницу, 666-й километр трассы. Максим заснул, как раз на нем кабина осталась цела, остальное все срезало. Как он пережил утрату родителей? Понятно, что ему дуже важко. Легко только тем, что у нас еще двое детей. Не дают ему скучать. Мы хотели забрать сразу из больницы, но его забрал дедушка. Он погрузил в Ниву и повез. Мы договорились с Еленой Ивановной, на лето хай дитина до нас приедет. Там если решит, она с вами, хай будет с вами. А что бабушка делает? Начала терроризировать семью. Она хочет забрать дитину себе. У меня отобрали ребенка. Кто сидел с ним 2 года до школы? Ты, наверное. Яку першу пісню ваш внук заспевал? Говорить Украина. Сьогодні 19:45 на каналі Украина. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.